К другим темам. Следят за прозрачностью и открытостью выборов. Общественная палата Карачаева-Черкесии приступила к подготовке общественных наблюдателей. Независимые эксперты будут следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса. Дарья Тендит расскажет подробнее. В Центре образования номер 11 проводили обучающий семинар для тех, кто изъявил желание быть независимым наблюдателем на предстоящих выборах в сентябре. Институт наблюдения начал свою деятельность в 2018 году. За прошествие времени он окреп и стал важен на пути к укреплению демократических процессов и гражданского участия. Сусана Калиева, имея активную жизненную позицию, наблюдателем решила стать еще много лет назад. Ежегодно участвую в выборах и считаю, что активная жизненная позиция должна быть у каждого гражданина, который хочет, чтобы был мир во всем мире. В ходе обучения тренеры-преподаватели объясняли, как справиться с той или иной возникшей ситуацией, с которыми могут столкнуться наблюдатели на избирательных участках. В том числе рассказали про возможные провокации и фейковые вбросы. Представили практические кейсы, как эффективно реагировать на возможные нарушения. Люди, обеспечивающие честность выборов, должны разбираться во всем, подчеркнули. Председатель Общественной палаты республики. Мы очень благодарны нашим наблюдателям и понимаем, что от их качества работы во многом зависит легитимность избирательной кампании. Наблюдатель должен быть корректным и ответственным. Кроме этого, наблюдатель ведь находится с момента открытия избирательного участка до момента подведения итогов. То есть все этапы наблюдатель должен знать. Поэтому это ответственный человек, сильная воля, характеры, дисциплина, а самое главное, человек, любящий свою родину. Напомним, что выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.